Что я хочу поделиться с вами, это, конечно, листьей тыква. Да, вот, это листьей тыква. И что не обычно русские говорят, или что я заметил, у нас здесь в Африке мы кушаем листьей тыква, в России они просто бросают, и они только кушают тыква, и все. А здесь, в Африке, мы это листьей кушаем. Даже люди, они продаются. Мы тут любим это овощ. Очень вкусно и полезно. Когда-нибудь я поделюсь с вами рецепт, как надо приготовить. Спасибо. Всем здравствуйте. Hola, ni hao, assalamu alaikum, добро пожаловать в Африку. Страна называется Замбия. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться. А если вы вернулись, я хочу сказать спасибо большое. Недавно снимал короткое видео, что мы здесь в Африке кушаем листьей тыква. И многие интересовались рецепт, как надо это приготовить. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами, как надо приготовить. Приятного просмотра за вами. Поехали. Я официально хочу вас познакомить с мамой. Это моя мама. Конечно, она сегодня будет приготовить для нас. Она покажет рецепт, как надо это готовить. Листьей тыква. Это Никита. Конечно, что в первую очередь надо делать после покупки? Надо снимать или надо снять оборочки, как она сейчас делает. Вам просто надо смотреть очень-очень внимательно, потому что это самый простой рецепт, как можно приготовить листьей тыква, потому что многие попросили, что Матиус, мы очень-очень ждем рецепт, как надо это приготовить. Это первый процесс после покупки, и у нас это будет очень вкусно. Поэтому если вы тоже кушаете листья тыква, пишите в комментарии, потому что многие писали, когда я выложил короткое видео, сказали, что короче, здесь мы не кушаем, просто бросаем именно это. После этого вот это остатки, что она снимала. Оборочки, длинные оборочки. Если у вас тут что-то непонятно, пишите в комментарии, я буду рад отвечать на ваш вопросник. Теперь, что надо делать второй, третий этап? Надо почистить или мыть в воде, как она сейчас делает. Она просто в воде надо чистить сюда, туда, сюда, туда и так далее. Потому что гигиена в первую очередь. И мы покупаем в открытый рынок, где там разные продукты продаются на всякий случай. Поэтому необходимо чистить. Это очень-очень вкусные овощ, который мы здесь кушаем. После мойки они так выглядят. Очень даже аппетитно. Еще теперь это будет третий этап, если я не ошибаюсь. Надо резать это овощ в маленькие кусочек. У нас в Африке люди раньше они
резари овощ так с руками без доски, и до сих пор многие они так делают. Но где-то они используют доску, а у меня здесь дома им удобно так резать, потому что многие писали, что это очень-очень опасно. Но я тоже согласен, что это опасно. Они у меня здесь, они уже, у них есть навык резать овощ с руками. Так, посмотрите, как она вообще просто резет. Очень-очень интересно. Я тоже так умею, но очень медленно все делаю. Это чисто африканская жизнь, которую я всегда вам показываю. И я хочу поблагодарить все страны, которые смотрят мои видосы, потому что без вас, без меня, без вас, без Замруя, этот канал чисто существует из-за вас. Без вас этот канал не будет существовать, как я всегда говорю. Поэтому не забудьте поставить лайк. А если вы новые, попали на этот канал, можно подписаться, если не сложно. И надо капитить воду уже, потому что мы здесь в Африке большинство мы готовим на углях, потому что это самый дешевый источник энергии. Не за то, что у нас нету электричества. Электричество есть, но просто это будет коммунарка будет дороже, поэтому лучше на углях, хотя экологически не чисто. Надо подождать несколько минут, уже вода горячок, как вы видите. До добавления листья тыква надо добавить соль в первую очередь. Это очень-очень важно. До добавления тыква надо добавить соль. Почему? Чтобы тыква была очень-очень мягкая и будет очень легко готовить. А если вы добавляете соль после тыква или листья тыква, это будет получаться очень-очень твердое и не будет вкусно. Надеюсь, я очень понятно объясняю. Надеюсь, все слышно, как это надо приготовить это африканские овощи, потому что многие страны из вот СССР, США, Германия и другие континенты думают, что они не кушают, а мы кушаем. И кроме этого, даже тыква мы кушаем. И после 10 минут, что надо просто помешать там, чтобы все было равномерно, чтобы все листья тыква, короче, там получили теплоту. Вот у нас это специальные палки дерева, которые мы используем приготовить. И надо, конечно, добавить еще помидор, что подает очень вкусный получается. И кроме этого, что еще надо добавить? Надо добавить масло, как она сейчас добавляет. У нас почти наш овощ готова или готовы. После этого надо покрыть, и уже после 15 минут уже это овощ готово. Посмотрите, как вообще просто аппетитно выглядит. То у нас так получается после этого процесса.
вы можете просто так кушать. Можно кушать с рисом, а у нас здесь в Африке мы кушаем обычно с фуфу или манка. Я думаю, что вы видели видео, которое я выложил, как мы готовим или как мы кушаем фуфу с руками. Ура! Наконец-то! Что получается? Это рецепт вовлечает только 4 этапа. Теперь можно покушать. У нас уже листья тыква. Готово. Сейчас покажу. Ула-ла. Вот горячая. Вкусно. И это что я просто хотел поделиться с вами простой рецепт, как можно приготовить листы тыква. Это просто простой рецепт. Спасибо большое за просмотр, за поддержку, и не забудьте поставить лайк за маму, за то, что она приготовила и терпела это все процесс. Горячо. Show someone the outfit that I'm gonna pick for them.